Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Символом этого имени является планета Сатурн. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.